Дорогие ульяновцы, дорогие земляки, от всей души, от всего сердца поздравляю вас с новым 2021 годом. Мы ждем от этого года перемен, перемен в лучшую сторону. Мы ждем от этого года, что отступит пандемия, и мы снова вернемся к нашей обычной, размеренной, спокойной и здоровой жизни. Я всем вам желаю крепкого здоровья. Я всем вам желаю хорошего настроения. Я всем вам желаю благополучия в этом году. Наше Министерство семейно-демографической политики всегда готово прийти на помощь семьям. И что бы у вас ни произошло, вы всегда можете к нам обратиться. Специалисты социальной службы всегда готовы прийти на помощь. С Новым годом!